рассвет на Персидском заливе, который начался минут, наверное, даже не 20, а 40 назад. Но не успела я выйти на рассвет на набережную. Но прошлась вдоль моря, вдоль побережья этого. Сегодня ветерок, прохладно. И вот вдали виднеется крыша Лувра. Крыша Лувра в Абу-Даби. Так называемая ракушка. Она как будто лежит на море. Вода изумрудно-голубая. Прозрачная, видно все камни. Вдоль берега лежат камни, а там дальше уже песок, песчаное дно. Море волнуется, сегодня дождь. Ой, сегодня ветер. Поэтому такая вот рябь на воде. А вдали район. Район Ремайланд. Нет, Адекс Тауэр. Омега Тауэр. Скай Тауэр. И Оушен Скей.